Здравствуйте, вы на канале Принцесс Милан. Сегодня мы открываем посылки. А чтобы их открыть, надо вначале их наколдовать. Абракадам, прилетайте посылки. Раз, два, три. Сегодня они что-то быстро к нам прилетели. Давайте же начнем открывать посылки. Я начну с самой маленькой. Ожерелье котик, только белого цвета. Я помню, в прошлый раз нам прислали точно такое же ожерелье, но розового цвета, а в этот раз белого. Очень классный котик. Поставь лайк. Он, как бы вот тут цепочка тоже золотая. Давайте откроем следующую посылку. За кандером все-таки что-то странное творится. Это чехол для медиаторов. Такой черным цветом. Он, кстати, выполнен из ткани. Видно сразу. Такой брелочек. Прицепите его на ключи. Будете потом ключами играть. Очень классный чехол для медиаторов, такой очень маленький, вот такой. Ладно, давайте же откроем последнюю посылку, самую большую. Интересно, что же там? Ремень на гитару, чтобы вот так одевать и играть. Да-да-да-да-да-да-да. Такой, как бы, разного оттенка коричневого цвета сделан. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Не забывайте, на канале проводится осенний конкурс. Будет 3 победителя. И вы должны будете сделать осеннюю поделку. И, кстати, побыстрее. Осень уже заканчивается. Ссылка под видео. Всем пока! О, кстати, модный шарф. Я сейчас шарф возьму.